как прошел мой день? Это был понедельник. Было очень жарко. Я сидел и ел мороженое. Тут подошел мой брат Мегамозг. Мы поздоровались. Подумали о жизни. Мороженое оказалось очень вкусным. Тут подошел папа и сказал: «Ты и ты идем гулять». И мы куда-то пошли. Увидели фонтан. Долго смотрели на фонтан. Очень долго смотрели на фонтан. Потом сели. Поспали немного. Увидели высокие здания. Опять фонтан. Поднялись в лифте. Затем посмотрели свои видео. Смотрели в окно. Решили заглянуть в цветочный парк. По дороге посмотрели на игрушки. Я погладил слоненка и льва. А Мегамозг погладил быка и носорога. Мимо нас проехала странная собака на самокате. Тут мы проголодались и решили поесть. Мы заказали сырные палочки. Гуляя по парку, мы встретили нашего брата Керима. Мы поздоровались. Каждый исполнил свой танец приветствия. И пошли кататься на машинах. Нам надоело сидеть на одном месте, и мы решили пойти куда-нибудь еще. Например, в торгово-развлекательный центр Гранд Парк. Первым делом остановились рядом с игрушками. На улице было очень жарко, поэтому никто не отказался от мороженого. И вдруг на экране мы увидели кое-что интересное. Мы решили не тратить наше драгоценное время. И попросили папу отвезти нас в развлекательный центр Лайкленд. Мы дружно сняли обувь. Затем покружились. Скатились. А если быть точнее, сползли. Поиграли с шарами. Станцевали. Посмотрели на черепах, на кроликов, на голубей. Затем покачались. Еще раз ползли. Покружились. Еще раз покружились. Пока мы кружились, сильно проголодались. Ребята, если вам понравилось это видео, ставьте кучу лайков, и мы снимем продолжение.